города. Она спокойна, потому что... Не сойти! Дорогая... Ненавижу это место. Хорошо. Спокойно. Не знаю. Тук-тук. О, я ваша добрая соседка. Принесла вам завтрак. Спасибо. Моя дочь Аманда. Здравствуйте. Здравствуй. Какая ты симпатичная девочка. Скоро ты познакомишься с моей дочкой Карен. Ей 13. А, вот и он. Это... Да, там. В этом доме я не был уже давно. Уже давно? Когда-то я жил в нем. Жил? Мама говорила мне, что у нас новые соседи. Я Карен. Привет. Твоя мама заходила к нам утром. Очень приятная женщина. Нормальная. Ты должна помнить, что нам повезло больше, чем ты умница. Позже. А тебе не кажется немного странным, что сначала я пред... Аманда. Я, пожалуй, пойду. Погодите, погодите минутку. Уверена, это все ерунда. Это... У тебя бывает такое, что смотришь на что-то и чувствуешь себя нехорошо? Когда семья приносит в дом какую-нибудь древнюю вещь... Витя убегал и возвращался. Нет, я хочу найти... Я пойду с ним. Они справятся сами. А теперь нужна ваша. Только не бойтесь. Не бойтесь. Это не больно. Мне... Вам понравится.